Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Георгиевна Смирнова. И мирной неги уголок, ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка нагорела.
дальше, да? Скоро масленицы бойкой закипит широкий пир. Thank you.
Дорогие друзья, с Новым годом вас, со всеми праздниками. И желаю вам доброго здоровья, радости, открытий. И чтобы в семье было всегда хорошо. А сегодня мы с вами будем говорить о России, о великих сынах России. Вот вы слышали, я начала встречу с восхитительной музыки. И все знают, наверное, это произведение, да? Это цикл пьес, который создал Петр Ильич Чайковский в 1875 году. За год с 1875 по 1876 год вот и возникли 12 пьес, которые называются «Времена года». Мы можем вспомнить, ведь многие композиторы обращались и любили природу, и обращались к картинам природы, да, вспоминая Вивальди, цикл «Времена года», симфонический цикл для камерного оркестра написанный, да, и, конечно же, «Времена года» Гайдна, Йозефа Гайдна, ораторию, дивную ораторию. Вот. Но вот, пожалуй, Петр Ильич удивительно проник во все секреты и тайны русской природы, русской речи и русского менталитета. Действительно, вот он как говорил, я русский человек. И, конечно же, для меня очень привлекательно и восхитительно и русский пейзаж, и русская речь, и, конечно же, вот та самая тишина, которая рождает вот эта природа. И Петр Ильич удивительно услышал биение природы, пульс ее. Вот в разных пьесах вы слышали. Это дивные картины русской природы и русская речь, потому что ибо интонация, насыщаемая, вот и, как говорится, из которой возникает вот этот образ, это удивительно русские интонации, прекрасные своей неторопливости и вместе с тем буйные, вот как вот в феврале, это действительно масленица, это разгул, это невероятное скопище энергии и прекрасной энергетики. И, конечно же, Петр Ильич говорил, что когда я приезжаю из Москвы и бываю в Клину, в своем доме, это то самое место, где я могу творить после шумной Москвы уединение, слыша природу. И, конечно же, Петр Ильич очень любил поэзию и с многими поэтами сотрудничал, как сейчас бы сказали, а просто писал на их стихи. И возникали дивные романсы Петра Ильича. Но об этом и позже. А сейчас я хочу сказать, что у нас, как всегда, поэзия будет звучать сегодня. И тоже совершенно дивные стихи вы услышите. Я приглашаю на сцену артиста Андрея Гетмана. Печальный демон, дух изгнания летал над грешною землей, и лучших дней воспоминаний пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познания жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творенья,
не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его бесплодный ряд унылый, и много-много, и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, вослед за веком век бежал, как за минутою минута однообразной чередой, ничтожной властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал, под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и глубоко внизу чернея, как трещина жилище змея, вился излучистый Дарьял. И Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте ревел, и горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу вот его внимали. И золотые облака из южных стран издалека его на север провожали. И скалы тесною толпой таинственной дремоты полны над ним склонялись головой, следя мелькающие волны, и башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы. У врат Кавказа на часах сторожевые великаны. И дик, и чуден был вокруг весь Божий мир, но горний дух презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего. Сергей Александрович Есенин. На Кавказе. Издревле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слагал душой своей опальной. Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. И Лермонтов, тоску леча, нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. За грусть и желчь в своем лице кипенье желтых рек достоин. Он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножии большой горы он спит под плач Зурны и Тари. А ныне я в твою безгладь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины. Я полон дум о них, ушедших и великих, их исцелял гортанный шум твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов и от друзей сюда бежали, чтоб только слышать звон шагов
да видит с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед бежал навек, простясь с богемой. За не созрел во мне поэт с большой эпической темой. Мне мил стихов российских жар, есть Маяковский, есть и кроме, но он их главный штаб-смоляр, поет о пробках в Мостель-Проме. И Клюев, ладожский дьячок, его стихи как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Иных уж нечего считать, они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать и то, как надо, не умеют. Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком. Ты научи мой русский стих кисиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. И чтоб одно в моей стране я мог твердить свой час прощальный: не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальный. Артист Андрей Гетман. Спасибо. Вот мы вспомнили тему, которая волновала и очень многих музыкантов. Тема Кавказа в русской поэзии, в русской музыке, художников. Давайте вспомним, кого мы могли бы назвать великими сынами России. Будь то художник, поэт, прозаик, драматург. Музыкант. Пожалуйста, кто скажет? Пушкин, так. Еще? Ой, у нас очень много великих, да? Глинка. Глинка Михаил Иванович, да, это целая эпоха в русской музыке. Еще? Ну, столько же много, ведь такая россыпь богатейшая. Рильский, Корсаков. А вот кто знает? Было у нас такое, было объединение, называлось «Могучая кучка». Действительно «Могучая кучка», потому что создали столько прекрасной музыки, оперной, симфонической. Кто же входил в это объединение? Бородин, так, Мусоргский, Римский-Корсаков, Балакирев, глава «Могучий», Кюи. Цезарь Антонович Кюи тоже, он менее известный, может быть, но, наверное, не менее интересный музыкант. И мы коснемся сегодня, ведь, понимаете, русская музыка, русская культура, это мы только назвали участников и собраний музыкальных, и могучей кучки, а ведь сколько еще русских композиторов было, которые действительно достойно представляли нашу страну, мировой культуре. Ну, давайте вспомним еще. Рахманинов Сергей Васильевич, да. Еще одно светлое имя. Дирижер, пианист гениальный, дирижер гениальный, композитор. Кто еще? Глинка называли. А вот Александр Николаевич Скрябин почему-то проходит мимо вас. А очень жаль, потому что это действительно великая личность, мы поговорим о нем далее, но вот мы должны обязательно вспомнить его музыку, конечно же. А художники? Да, пожалуйста. Так, Рубинштейн, это у нас. Два было Рубинштейна, а каких?
Николай Рубинштейн и... И Антон Рубинштейн, да. А так вот, очень интересно, кто же основал Московскую консерваторию, кто знает? Николай. Николай Григорьевич Рубинштейн. А Антон Григорьевич жил и концертировал по всем странам мира, но жил он в Петербурге. Да, тоже еще очень интересные два композитора, великолепнейшую музыку создали. А писателей почему-то мы совсем не вспоминаем. Вот гениальный Лермонтов. Ведь Лермонтов, знаете, это не только поэт, не только драматург, а он еще был гениальным художником. Вот остались несколько его рисунков. И кто, а кто был в музее Лермонтова? О, ну один человек был, это уже хорошо. Это уже хорошо. Остались совершенно гениальные рисунки Лермонтова. Никогда не скажешь, что это самодеятельный художник. Ну вот сейчас бы так сказали, самодеятельный композитор, самодеятельный художник. То есть он не владеет секретами мастерства профессионально. Так вот, Лермонтов был абсолютно наравне с гениальным Брюловым, Венециановым, Саврасовым, сколько можно назвать, Перовым, Репиным, кто еще? Левитаном, Шишкин. Вот смотрите, какое созвездие имен. Действительно, мы очень богаты. Россия очень богата талантами, гениями. Еще что-то вспомнил. Да, он у нас сегодня очень хорошо. Кто? Васнецов. А Васнецов было два брата. Кто знает? Два брата и оба художники. Да, Васнецов Виктор и Васнецов Аполлинарий. Вот его почему-то меньше знают. А Аполлинарий Васнецов, создатель редкостных гравюр и эскизов, которые изображали историческую Москву 15, 16, 17 века. Совершенно гениальные рисунки. Да, Аполлинарий Васнецов. Поленова мы забыли, да? Да, вот смотрите, сколько светлых, богатых личностей. Вот мы все... Владельцы этой богатейшей сокровищницы, мы все. И чем чаще мы будем к ней прикасаться, тем богаче сами станем. Богатство духовное. Богатство, которое не складывается за один год. А богатство, которое у человека обогащает его всю свою жизнь. Поэтому очень хочется... чтобы мы все побывали чаще в музеях. Ни один, ни два, ни пять, а каждый из нас. Москва так богата музеями, что даже не хватит и года посетить. Каждый. А вот мы иногда в этом забываем. Ну вот сейчас мы вернемся к музыке. И будем и слушать совершенно гениального композитора. Сергея Васильевича Рахманинова. Ведь Сергей Васильевич Рахманинов, то, что вот мы сейчас будем слушать, написал произведение, это сочинение 19-е, в Москве, живя в 1901 году. Я не буду говорить о Рахманинове, потому что многие знают, и потом у нас очень часто звучит его музыка, и мы говорим о нем. Но я хочу некоторые штрихи сделать. Вот Сергей Васильевич Рахманинов сотрудничал с многими гениальными музыкантами. Но на нашу память приходит, конечно же, Федор Иванович Шаляпин. Дружба их продолжалась в течение очень многих лет. На нашу память приходит дружба с гениальным виолончелистом Анатолием Александровичем, Анатолием Андреевичем Брундуковым. Кому и посвящено произведение, которое мы будем сейчас слушать. Это четырехчастная соната для виолончели и фортепиано. Но у Рахманинова написано следующее.
Она была, как я сказала, в 901 году сочинена в Москве. У Рахманинова было написано сонаты, я видела эскизы подлинные Сергея Васильевича Рахманинова в руке, это произведение. Написано сонаты для фортепиано и виолончели. Не случайно. Вы услышите, до чего же трудная, насыщенная и выразительная партия фортепиано. В дуэте. Виолончель и фортепиано. Сейчас прозвучат две части, она большая, это огромное полотно, это как симфония. Четырехчастная. Вот сейчас прозвучат первая и вторая часть. И вот первая часть начинается ленто, то есть медленно, и потом аллегро модерато. А вторая часть скерцо, аллегро скерцозо. И вы послушайте, какая же это выразительнейшая музыка, это как жизнь человеческая. Это четыре этапа жизни человека. Богатейшая музыка, со свойственной Рахманинову, огромной картиной мира, огромными динамическими волнами, которые характерны для его музыки, с широчайшими мелодическими распевами. Это удивительная музыка. Я приглашаю на сцену, играют лауреаты международных конкурсов Максим Золотаренко и Ольга Канаева. Просим.
Я забыла вам сказать, что «Волю счастья» исполняется без перерыва, как и вся соната, если бы она звучала четырехчастная. Композиция на без перерыва. Thank you.
Максим Золотаренко и Ольга Танаева. Сейчас мы увидим уникальные исторические видеоматериалы. Так случилось, что именно вот в моей семье оказались эти материалы. Я очень рада поделиться с вами этим. В 1977 году, в декабре месяце, один из сыновей Федора Ивановича Шаляпина, художник Борис Федорович Шаляпин, прибыл в Москву. И случилось так, что у солистки Большого театра Ларисы Ивановны Алимасовой, которая жила в доме Большого театра, вы знаете, этот дом очевидный, там же и жил Козловский Иван Семенович. Вот в этом доме у нее состоялась маленькая встреча, где присутствовали очень интересные, вы увидите, музыканты, очень интересные, выдающиеся наши личности, музыкальные деятели. И что характерно, вот эта встреча была записана, это любительская съемка, эта встреча была записана, Лариса Ивановна проживала в подъезде рядом с подъездом, где жил Иван Семенович Козловский. Он, конечно, присутствовал на этой встрече. Вы сейчас увидите многие очень интересные деятели нашей культуры. Но я хочу подчеркнуть, что вы это знаете, очевидно, что у Федора Ивановича Шаляпина было 6 детей. Первый сын, вот первенец Игорь, который умер от аппендицита в 3 года, и Федор Иванович его назвал в честь князя Игоря, героя оперы Бородина, князь Игорь. Был любимый сын, но он погиб. А еще оставалось 5 детей, из них вот очень известные артист Голливуда, это Федор Шаляпин, тот, который много очень снимался в фильмах Голливуда. Очень известный, конечно, Борис Шаляпин, это художник, очень известный, ему принадлежат великолепнейшие портреты и Сергея Васильевича Рахманинова, и, конечно, отца он писал, и акварели, и у него замечательные работы маслом. Это известный художник. Еще была Татьяна Шаляпина и Лидия Шаляпина, это 2 дочери. И, наконец, вот из всех таких еще Ирина Шаляпина, которая единственная не уехала вот тогда, когда Федор Иванович Шаляпин покинул Россию, она единственная осталась в России. И мы должны ей бесконечно быть благодарны за то, что она сохранила.